Привет, друзья. Ну что, закончили мы с 900-кой, сделали кучу работ, пока мотоцикл новый, покрыли его пленкой. Значит, тут много работ проведено, практически каждая окрашенная деталь закатана в пленку. Пленка арматековская, это на сегодня, наверное, самое лучшее предложение и по качеству пленки, и по стоимости адекватной. Вот, соответственно, здесь у нас крыло изначально матовое, соответственно, матовая пленка применена. Фара прозрачная пленка, передний ветровичок тоже прозрачная. Дальше боковинки мат. Обратите внимание, эмблемы покрыты пленкой, тоже матовой. Смотрите, как смотрится. Дальше боковинки глянцевые, ну, соответственно, прозрачная пленка. Отлично, кстати, гидрофоб на ней и великолепно светится, то есть, прошу прощения, блестит, блестит. Боковинки под сиденьем тоже окрашены, соответственно, прозрачные. Вот. Ну и центральная вставка бака, она матовая, и, соответственно, здесь тоже матовая пленка. Сейчас при искусственном освещении, может быть, не так хорошо видно, но на солнце это просто бомбически выглядит. Тем более, что мотоцикл черный, и вот эти места, где касаешься куртки, они моментально, конечно, приходят в негодность, если эта краска родная. А как мы знаем, сейчас краски, которыми красятся и мотоциклы, и машины, они очень экологичны, и, соответственно, лак и, ну, вообще наружная поверхность, она очень мягкая. Она моментально царапается, и это особо заметно на черном фоне. Ну да, забыл сказать, что крышка кофра тоже покрыта пленкой глянцевой. Здесь сделали два стыка, идеально ровных. Сейчас попробую показать. Почти незаметно вот он идет. Стык. То есть кофр покрыт пленкой из трех деталей. Две боковинки и центральная часть. Значок тоже в пленке. Да, даже такие мелочи. Обратите внимание, сейчас покажу. Катафотик. Катафотик тоже в пленке, ребят. То есть все по фэншую. Все по фэншую полностью. Ну, про регистратор я говорил в прошлом видео. Регистратор стоит. Вот помимо этого на мотоцикле стантовые дуги. Максимальная комплектация для 900-ки. Ну и плюс мы добавили, естественно, сверхудобный в городе крепеж SP Connect с виброизоляционным модулем, с беспроводной зарядкой. Это все подключено в коншину. Включается питание одновременно с зажиганием. Очень удобно. Ну и приборная панель тоже покрыта пленкой на всякий случай. Мало ли что. Кстати, пленка здесь специальная, с антибликовым покрытием. И действительно на солнце меньше бликует. А тем более здесь нет козыречка, очень актуально. Так что, ребята, вот такой вот мотик шикарный. Завтра хозяин забирает его. Будет на нем кататься наконец-то. Сделали мы его за 3 дня рабочих. Весь вот этот объем работ. Кому интересно, обращайтесь. Сделаем все от электрики до детейлинга и перетяжкой, пленкой. Все что угодно, ребят. Любые капризы за ваши деньги.